Увидел грача, весну встречай. Однако птичьи трели жители столицы рады не всегда. Аллею искусств в новоюжном районе столицы уже давно облюбовали птичьи семейства. Их так много, что они создали ряд неудобств гуляющим там людям. С другой стороны, птицы в городе – это ощущение отдыха за городом. Разные точки зрения в нашем материале. Хлопочут на ветках, шумят прилетевшие птицы. К пейзажам таким все мы с самого детства привыкли. Когда-то аллея искусств была хорошим местом для прогулок. Там охотно гуляли мамы с колясками, бегали дети, неспешно ходили пожилые пары. Все изменилось, как только там появились птицы. Шум с утра и до вечера, гипсовые фигуры в подтеках. Не говоря уж о жителях, на которых в любой момент может упасть продукт грачиной жизнедеятельности. Местные жители стали добираться до домов в обход. Птичьи гнезда буквально на каждом дереве. Здесь находится самая большая колония, более 500 пар. Здесь получились довольно удобные условия для их обитания. Во-первых, это деревья, которые были посажены в 70-х, 80-х годах. Они достигли такого оптимального состояния, когда им, грачам, удобно делать гнезда на таких деревьях. Ну и кроме того, в городах постоянный доступ корма. Специалисты отмечают, что численность птиц семейства врановых в республике не превышает допустимых норм. Но чебоксарцы все же не рады громкому и не всегда удобному соседству с пернатыми. Жалобы от жильцов поступают каждую весну. Большая проблема. Они шумят, разносят заразу. Лазают по мусорным ящикам. Заменить деревья надо вообще. Часть деревьев убрать вообще, новые посадить. Работники ЖКХ периодически убирают часть веток с деревьев в надежде, что грачам это не понравится и они сменят место жительства. Но все остается по-прежнему. У нас здесь была уборка на 110 березах веток. 175 деревьев поставили, ясени поставили на омолаживающую обрезку. Периодически по просьбам жителей города и так далее, по возможности мы тоже на этих березах, если что-то там отрастает, тоже убираем веточки. Еще один вариант решения проблемы – ликвидация гнезд. Но экологи против. Птицы поедают насекомых, которые вредят деревьям в городской среде. А грачиный шум скоро исчезнет, уверяют специалисты. Как только у птиц закончится активный период гнездования. К концу июня птенцы окрепнут и покинут родительские гнезда.